Один из самых успешных технопарков Подмосковья, который полноценно функционирует, привлекает инвестиции и создает условия для научно-технической деятельности. С 2017 года на территории городского округа Люберцы работает промышленный технопарк «Лидер». Большую производственную площадку посетили мои коллеги. Вот различные этапы, как выглядит вот детектор внутри. Вот он стоит, вот это маммографический большого формата, он состоит из 4 пластин. Разработчики и производители инновационного высокотехнологичного рентгеновского оборудования, серверов, систем хранения данных, программного обеспечения и специализированных вычислительных комплексов. На сегодняшний день резидентами лидера являются 8 предприятий, которые в полной мере соответствуют названию технопарка. Компания выпускает самое совершенное в мире, не в России, подчеркиваю, а в мире оборудование. Это маммографы, это связанное оборудование с рентгеном, снимками. И самое главное, что эта компания не сборочный цех, а начиная от задумки, от разработки технологического всего оборудования до воплощения его в металле, как говорится, выпускают здесь, на этом предприятии. Несмотря на санкционный режим, введенный в отношении России, компания уверенно смотрит в будущее. Темпы и объемы производства ничем не уступают прошлогодним показателям. Более того, у руководства предприятия есть планы по расширению. Самое главное достижение, я считаю, это то, что нам удалось сохранить, восстановить, выстроить новые логистические цепочки. Удалось выстроить новые каналы взаимодействия с нашими поставщиками. Занялись очень глубоко импортозамещением. Число замещенных компонентов, с помощью которых создают высокотехнологичное медицинское оборудование, значительно возросло. Ведущая российская компания стремится в течение нескольких лет полностью выйти на собственное производство. Луиза Игиазаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.